ранга 20-20. Ведические частушки. Итак, как же выйти из зомби сознания? When you clap, you clap really, really clap. Когда хлопаете, ну, хлопайте по-настоящему. But do you feel your palms? Но чувствуете ли вы ваши ладони? You feel. Чувствуете? Think about your hands. Думайте о ваших руках. Don't think about me or something else. И не думайте обо мне или еще о ком-то. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Is it hard nowadays? Yeah, is it hard nowadays for you? Close your mouth then. No. You see. Give me that. Yeah. So, we need sometimes to go crazy. Yeah? Иногда нам нужно сходить с ума. Not really. По-настоящему. We don't stop standing somewhere, not going further. Мы постоянно где-то стоим и не двигаемся дальше. And how you go, can go crazy? И как можно сойти с ума? To focus first on what you're doing. Это первое, сконцентрироваться на том, что вы делаете. And go into Mahamantra completely. И уйти в Махамантру полностью. You can try. Можно попробовать. What will happen when we go crazy? И что случится, когда сойдем с ума? Get crazy. Yes, in some way. But look. Да, Кришна в каком-то смысле. Но смотрите. There is example. We can see one example of Avadhuta Brahmana who was arrow maker. Есть один пример изготовителя стрел. So compare this with your clapping or singing. И сравнивать этот пример с тем, как вы хлопаете или поете. So this arrow maker was making his arrows. И вот этот мастер изготавливал свои стрелы. And he was so focused to make perfect straight arrow. И он был настолько сконцентрирован на том, чтобы сделать идеальную прямую стрелу. That he didn't notice king standing next to him. Что он даже не заметил короля, который стоял прямо напротив него. King was walking around the kingdom and he was going visiting different what is the word? People who make different things. И вот король, он прогуливался в тот день и посещал различные мастерские, смотрел, как люди делают те или иные вещи. But he came to this arrow maker, and this arrow maker was so focused to make perfect arrow. И вот он пришел к этому мастеру, кто изготавливал стрелы, а он был настолько сконцентрирован, that he didn't notice king there standing. Что он его не заметил, что король там стоял. So when we clap and when we sing, this should be like this arrow maker. И вот когда мы хлопаем или поем, мы должны быть как этот изготовитель стрел. You understand? Понимаете? He's playing mridanga. He's
trying totally to feel this, to follow properly. И вот, например, преданный играет на мриданге, и он полностью себя вкладывает, чтобы правильным образом на ней играть. Каратала. И джаджи. So whatever you do, try to do like this. Но что бы вы ни делали, старайтесь таким образом это делать. Once I was in my birth town in Sarajevo, in Bosnia. И как-то раз я был в своем родном городе в Сараево, это Босния. Called to visit Sufis. И нас позвали к суфия. And we had one leader, Sufi, there, a very famous person. He was very wise, and he invited us to speak with him. И там у нас в этом городе жил один суфи. Суфи — это мусульмане, одна из ветвей. И он был очень мудрый, известный, и вот он там жил. И мы очень хотели с ним пообщаться. But when we came, they were singing this zikr, they call. Да, и вот когда мы пришли, они пели так называемый зикр. And that was all together in one move. Да, и они все вместе воспевали имена Аллаха и двигались в один ритм. Nobody was looking nowhere except inside and on the name. И никто никуда не смотрел по сторонам, кроме как вглубь себя и сосредотачиваясь на имени. They were totally in trance. И они полностью были в трансе. So beautiful atmosphere. И была прекрасная атмосфера. Very spiritual atmosphere. По-настоящему духовная атмосфера. So in the same way we should do this the same. И таким же образом мы с вами можем делать. Find your way how to do this. Найдите свой путь, как же это делать. Once in years we can go out of our minds. И однажды в течение всех этих лет можно вот пойти. It's not expected. Сойти с ума можно немного. Конечно, это не ожидается. It's beautiful when we experience this freedom. Но это прекрасно, когда мы испытываем эту свободу. That we can do this. That we can do this. First devotees need to sing. But the devotees don't sing at all. Yeah, yeah, yeah. Sing, but believe in the holy name is very powerful. И вот пение и нужно верить в святое имя. Святое имя очень могущественно. So focus yourself, listen the name, and do with full power what you're doing. Поэтому сконцентрируйтесь и слушайте святое имя из полной энергии, которую имеете. Можно попробовать. We can sing now and after, when we will go into little speed. И мы начнем медленно, а потом будем постепенно входить в скорость. Is okay for you this what I'm speaking? Это нормально то, что я говорю сейчас для вас? We can try to do. Really, it's like adventure. Можно попробовать это сделать, и это на самом деле как приключение. Аиндра Прабху, he said, kirtan is supposed to be like an adventure. И Аиндра Прабху, он говорил, что киртан должен быть как приключение. We are going into unknown. Мы с вами отправляемся в неизвестность. We can meet Krishna, we never met him. We was with him, of course. И мы можем встретить Кришну, так как мы никогда его еще не встретили. Ну, конечно, мы изначально были с ним, но мы забыли. Харе Кришна, Харе Кришна. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama,
Hare 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 Hare
Thank you.
Krishna. Hare Krishna.